Маша Распутина прогнала мужа из дома из-за лишнего веса. Супруги близки к разводу. Артистка Мария Распутина выгнала из дома своего супруга Виктора Захарова из-за того, что он сильно поправился. Как бы это смешно ни звучало, все на самом деле очень серьезно. Певица пригрозила, что если он не сбросит лишние килограммы, то может не возвращаться. Фото, кадры из видео. Свою историю StarHit рассказал сам Виктор Захаров. У его жены есть четкий пункт питания. Во время новогодних праздников он располнел на 5 килограмм, из-за чего произошла ссора. Она заявила, что толстый ей не нужен. Он забрал свои вещи и переехал в московскую квартиру. Теперь Захаров худеет. Сел на диету и питается кашами и овощами с мясом. Правда, он признается, что после обидных слов жены кусок ему в горле не лезет. Сама Распутина практикует и диеты, и голодовки. В свои 54 года она выглядит подтянуто. Также она заставляла своего супруга худеть. Несколько лет назад он даже сбросил целых 23 килограмма. Но теперь снова набрал. Дисциплинированная Мария в ярости и поставила перед мужем жесткий ультиматум. Захаров боится, что Маша за это время, пока он худеет, может найти другого. Он признается, что переборщил с оливье. Но это и присуще русским людям, утверждает он.